Покровский звон. Сегодня было слышно колокола всех церквей Нижнекамска. В храмах прошли праздничные службы. Православные отмечают Покров-день. Уже 18 лет в этот день в Нижнекамске проходит крестный ход. Он собирает вместе тысячи верующих. Среди них Валентина Степановна. Женщина не пропустила ни одно святое шествие в честь Пресвятой Богородицы. Защищает она нас всех. Мы проходим, и, мне кажется, весь город она защищает. Покрывает своим покровом. В руках молящихся иконы православные осеняют себя крестом и просят о главном на сегодняшний день. У нас сегодня не только о Богородице и о людях, о наших солдатах, о наших воинах. Богородица, чтобы защитила всех. Своим покровом, амбафором покрыла и нас, и всех воинов, которые сегодня на поле боя нас защищают. Молимся о спасении всего человечества, о мире на земле. Шествие прошло через весь город. Длина маршрута более 15 километров. Верующие зашли во все 5 храмов Нижнекамска. У каждого храма звучала праздничная литургия. Колонна верующих постоянно росла. В нашем городе Нижнекамске это особый праздник, потому что у нас много храмов в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Храм Большой Афанасова, Шереметьево, Большие Аты. И сегодня же престольный праздник в храме Романа Сладкоперца, откуда мы сейчас выходим. Сегодня память преподобного Романа Сладкоперца. Поэтому для всех горожан это большой праздник и наш личный для многих из нас. Всех праздником. Всех православных мы поздравляем от всего сердца и от всей души с праздником великим, покровом Божьей Матери. Идем крестным ходом с большой радостью под покровом Божьей Матери. Храни вас всех, Господь! С прекрасным праздником, покрова Пресвятой Богородицы. Счастья, мира, добра, всего самого-самого доброго. Приехали с набережных Челнов на крестный ход. Стараемся каждый год быть. Молимся о мире. Закончился крестный ход в поселке Красный Ключ в храме Казанской иконы Божьей Матери. Анастасия Шакирова, Булат Абдульманов, Новости НТР.